Вот подходим к Алексею Устинову, к дому его. Это 20 июня сегодня. Вон он сам идет. Мир тебе, брат. Добрый день. Где ребятишки? Вон они все. Ну идите, смотрите. Давай, дорогой. Он за травой пошел. Он сказал, смотрите. Ждут. Заведи, чтобы там посмотреть оттуда. А тут еще снимать-то будет. Пойдемте все сюда, туда, вовнутрь зайдем. Так. Второй раз отцепился, иди домой. Не ходи больше, не надо такого. Два раза сказали на карту держаться. Возьми за руку, если пошли. Красивый продам. Ну, на второй ты не хочешь слушать. Давай, здесь. Рано сразу, как жили такой. Назари. Ну что тут за лес? А сколько их у вас? Ну, два. Вот они идут. Так, ты видишь? Подождешь его вон. Бежит. А их разве не три было? Было три, стало два. Да? Он не толкнет его? Вот так. Так не подходи близко. Варлам, вот куды? Варлам. Смотри, какая высота. Ну, сколько вес всего? Ну, до 60 килограммов больше вырастают. Ну, вот кто его знает? Тут килограммов 50-то есть точно. Молоденьких каких-то убивают их, показано. Этих страусов или да, нет? Страусы, страусят убивают и других. А, да, любую сейчас курицу запусти, если он не привык, что он задолбит ее. Вот к этим уже привыкли уже. Ну так, привыкнуть надо. А как смотрят? А умная птица? Как? Умная, нет птица? Умная, в этот, в книге Иова хотел прочитать, там 39-й что ли стих, что говорит, Бог лишил их разумения и мудрости. Не бояться за яйца. На, Люч. Да, там написано. Ну-ка, подойди к ним. Они сейчас плавно грызли. Вот они. Она там на дерево-то не напорятся? А, да нет. А какой самец? Никакой, две самки. Две самки? Ага. Они есть. Да. О, а что это означает? Ой, ну играет, видать, это так танцует, подтанцовывает. А может так подскочить и долбануть? Может, если так. А агрессия здорово, какая-то. А если агрессия какая-то сильная? Отпинается здорово, говорит, она может, говорит, голову размажить. Ну, когти, он прям это, они когда между собой дерутся, прям полосуют все прям вот так. Ну, такие ну что, испугались, а? Да хорошие, хорошие. Он видишь, что берет гумперов. Вот Потеряевка какую живность держит, смотри. А голова-то синяя, там шея. Они у вас еще не слишком. А тебе это, они козлят, не давят? Глаза не выходят? Они ей, да нет, уже это все, что осталось от березки. Ладно, тут у меня вон козы ее объели. Во, перышки берите себе. Перышки собирайте и ходите. Ох, далеко не ходи туда. У них двойные перья. Ничего себе. Двойные перья. Ты понял, что лучше защита. А где эти, кто приехать должен? Ну, едут, едут. Красивые? Я их позвал, да. И сильные. Танцует, что-то танцует. Они еще не несутся? Вот, смотрите. Когда показываешь, вид. А вот, ну-ка, сейчас водой их полью. Ну-ка. Это Потеряевка, ты наснимай, мы тебя возьмем потом. У меня фотоаппарат дома лежит. Ну-ка. Ну-ка, хорошенький, хороший. Тега, тега, тега. Вот уже не тега. Это не тега. Мам, может я пойду, а? Нет, не подходи. Ты что, подумал?
Они тебя клюон как долбанут, завалит ногами, как растопчет. У них ноги-то сильные. Да, а пить не будет? Смотри, какой хвост красивый. О, купается как хорошо. А ведром его нельзя катить? Да зачем? Ему и так хорошо, да? На того тоже охватывает. Ой, ой. Ой, как щикотно, да? Это интересно. Ложись давай. Мама, аккуратнее. Полин, аккуратнее там. У них клювы и ноги мощные. О, легла. Может, за травку тебе не трогать? Нет, Саш, нет, Саш. Ты не хитрый. Мы вообще такие маленькие, кажется. Вот, уже не маленькие. Фрося. Хочешь его понять? Мам. С одного раза они могут затоптать жизнь. Даже с одного раза мечишку, да? Вот. Говорят, в Австралии они большой вред приносят. Их отстреливают. Угодья. Поедают, топчут. Это а же... что они могут поедать? В пустыне живут. Ну, там же не только пустыни. Там есть угодья, какие-то поля. Они, что они могут делать? Но они топчут, едят поля, их отстреливают. Там, Игар, никуда не ходи к ним. Там не показывают. Ой, как хорошо-то. Валяются. Ну, это нечистая птица считается. Ну, да. А почему? О, аж ноги сюда. Да, а почему не чисто? Ну, я не знаю, не на этих, на африканских, да. А на этих что-то не знаю, вряд ли могут. Африканские они больше. Но, ну, не то, что намного, но больше. Более 2 метров. Это 1.80 м. А смысла-то я не дам больше. Пить хочешь? Да ничего не хочет. Как минимум забавно. Хотелось бы. Ну, ведь ведро-то было. Ну, давай, ну, не боись. А вам-то не бойся, ничего не делать. А потом их колят, да? Да. Колят, мясо дорогое. А он их не обижал, а что, пойди что ли? А что ты сейчас? Смертью правду. Добрый день. Чего не хочу? Попортили его. А кто? Попортили сюда заходить. А как? Одно животное попортило другого. Аня-то без него скучали, наверное. Ну, сейчас дружно живут, а когда с ним они бьются за самца. Насмерть прям. Убивают друг друга. Да. А как определиться? Они обе сами? Определяются по звуку. Ты что меня гладишь? Козленка надо гладить. Меня гладить. Можно пройти? Да. Когда я поглажу ее. Мама. Такие. Варлам, ты возле них не бегай. Подальше, Варлам. Это мой. Это, по-моему, недавно еще прибыло. Ну, зимой. Да, зимой случилось. Давай, пей. Погладь, давай, бери. Красивые глазки, красивые. Нате, попейте. Пей сам. Давай. Алло.
Пей, пей. А было три дозы? Он интересно, как он не пьет, как лошадь, а поднимает голову. А жалко, что понятно, вот так дает, могли бы выпить. Круто, ну что, а для того, что вы не интересно. Вот это шуба у него. О, лебеди, сейчас свалит его. Лежа решил попить. А это на них свалит ведро, свалит. На них покататься. Ведро свалит, свалишь ведро, дай. Они бегают быстро. Ну мы же далеко стоим. А как у тебя трава сохранилась? Позвали нас специально. У меня самое длинное перо. Да, ну смотри, Настя еще. Специально позвал. А, брат, как вот трава сохраняется? А что сохранить, в смысле? Ну они не вытаптывают. Нет, ну видишь, они по краю в основном. А, и почему близко подходите? Ну я не подхожу. Это что значит? Я не знаю. Они моют. Леша, а сколько возраст? Два года. Он улыбается. Они молодые. Ну, в смысле, молодые. Два года, он говорит. Илья. Я поранился. Ой, ну и подальше. Да, ну и все тогда. Да, они любопытные, им интересно. Все, уже сдал документы, сегодня с ним разговаривали. Ну и как он? Ну как, никак нас не воспринимает. Я говорю, ты на тропу войны выходите, вы вам не одолеть. У нас мощное оружие, молитва, а у вас нету. Я хотел, чтобы он приехал по-хорошему с нами. Просто радостно было бы. Для чего вот эти сережечки? Батюшка, когда спрашивает, я говорю, для красоты. А еще, говорит, девушек ругает, что вы тут повешали? Господь дал красоту. А ему козу дал бороду. Козу дал бороду. Для красоты. Сережечки. Ну что, пошли. Я просто дверь. Хочу еще сказать. Это самый дружный. Он меня отключил. Он мое ухо. Сколько лет? Два года. Ну все, пойдемте. Коля, Полина, пошли. Полина, выходи. Все, пойдем. Сейчас добавился. Нет, выходи. Ага, индейца поранился козленком. Подорожник. Спаси Христос. Спаси Христос, брат. Свинки, свинки. Да, страшненькие свинки. Страшные какие. Они еще маленькие, видимо, небольшие. Привет, Трюшка. А мне на самом деле нет. Не пугай их. Ну что, пошли, пошли. Пойдемте. Я не люблю свинину. Я как этот, израильтяне. Запрещено есть, свинина есть. Я не ем ее. Так он сильно на них проявили. Вы тут живете? Еще нет. Ну я не знаю, я не еще не доделали? Внутри? Комцы дорогие. На них он еще не приказал стреляться. Самцы дорогие. Ну все, пошли. Вот, а самца за 50 купить. Мама, ты что-то про меня. А язык ты зачем показала? Ну, что? Небо.
Пошли. Есть горы. Краевой? Краевой суд. В этот суд местный. Местный? Да, конечно. Да, как его судить будет? Ну, никто может судить. Я прошу примирить, чтобы он не нападал. Ну, дай бог, может быть. А председатель совета говорит, мне даже с работы уволят, я ничего против вас делать не буду. Это женщина? Людмила, женщина. Я говорю, нет, я даже увольнение. Мне бабушка так воспитала делать добро. Я не Сергеев. Я не Сергеев. Она вообще хорошая. Я их не Я не Сергеев. Нестор, ла-ла-ла, давай. Нет. Ну почему? Я тогда не... ты не индий. Я не Сергеев. А в чем я? Зачем? Я с собой ничего не убирай все эти приказы. Ты вышел, тебе не устоять, я говорю, тебя Бог сметет, как ненужный хлам. В хлам тебя превратит. Так и сказал? Да. Он начал сегодня, а расписывается вот так вот, так. Крючок один и черточка. Я говорю, ты в школе ни одного дня не учился, наверное, я говорю, не учились. Вы меня будете учить, я говорю, вы мне во внуки годитесь, я обязан вас учить. Не принимает, ни приемный день, не принимает. Я туда-сюда секретарь не принимает. Я говорю, я перед дверями лягу, через меня будет перешагивать. Тогда принял, но только снимать уже никак не дал. Они не дают снимать, это темное что-то. Честный человек, он не боится снимать. А мы едем, Леша говорит, да, говорит, наши ролики-то половина Корчина смотрит. Все сидят на них. Они смотрят. Они только встали утром, глаза вот так и скорей. С работы пришли и скорей. Им-то интересно? Все знают про нас. Нам еще про Корчина сказать. Мы там учились. Учились с Корчиной. Учитель был, Синичкин. У меня хорошие воспоминания о них. С Корчиной вообще конфликта никогда не было. И почему? У тебя у Корчина хорошие воспоминания? Хорошие. А у меня не особо. Я вот сколько, 50 лет замужем, и как вижу школу, и просыпаюсь аж вот так вот. А помнишь, мне моя классная дала характеристику, а ты говоришь, иди отдай, ты никуда не поступишь. Она написала там, девочка из семьи верующих, брат сектант. А куда я в советское время с такой? Представь, сейчас живет Гришинский и говорит, Валь, она отпевает псалтырь, читает по покойникам. Учительница. Учи, классная моя. Я говорю, никого я хуже ее не помню. Вот, что вот у нас был там какой-то, кажется, Синичкин, как директор один, стильный. Учитель Зедлиц был, Густав Густавович. А, ну это физик. Это не физик, это немец, он полкласса. Нет, он физику вел. Да какой вел, он полумертвый был. Ты не о нем, Плеханов вел. Не-не-не, Эвальд Густавович. А тот был Густав Густавович. А этот был... Старенький, полкласса. Нет, нет, До Нового года преподавал немецкий язык и помер. Я знал Дарман человек, Дарафа обезьяна. И он нас такими обезьянами оставил. А потом уже Артур и Эрик, это помогли мне, когда я начал изучать немецкий язык. Роберт, покой не дает. В июле приезжает он сейчас в Германию. Да. И через Геннадия Шерстобитова узнает, есть карп, нет. Есть карп, нет. Да не вы что за нашего карпа? В Германии рыбы не наелся, что ли? Карпа мы еще не запустили. Ну, пошли домой, Свита. Назар здесь. Или, а там трудно, не дорога, сейчас не придут. Пойдемте. Пойдемте. Так, домой все, дети. Полина. Полина. Оля. Не задерживайся. Домой, а ты стоишь там, это, не идешь. Да. Пошли. Мамка-то где? Куда ушла? Вот она. Она рядом стоит, я через нее туда смотрю, а мамка-то где? Я не понимаю, чья. Ты надень, смотри, как одеты-то. Чё ты как обормот ходишь? А что написано? Что написано? Мозги твои как камень восточный. Серьезно, что ли так написано? Нет. А почему не подвязаны? Козочка, козочка, козочка. Скоро приедут покупатели. Он продает их сегодня. Да? Да. А дорого стоит самец. А самец зимой погиб. Какая-то скотина его повредила. Жалко такую же. Идите, отдыхайте.
Жалко, такую живность надо давать. Мальчик, отпустите, пусть домой идет.